Добрый день, друзья! Сегодня я хочу вас познакомить с Шелеле Раидой, которая у нас уехала на остров Сахалин. Вот такая она была маленькая, вот такая она приехала. Это первые прогулки ее по острову Сахалин. Это город Углегорск, это еще 310 километров от того места, куда ее привезли на самолете. Это Татарский пролив, Охотское море, Тихий океан. Вот так повезло ребенку, вот так проходят ее прогулки. Росла-росла она и наконец-то выросла. И я так понимаю, что владельцы хотели, чтобы собака жила у них на улице, на каком-то участке охранялась, ну, вместе с остальными, с другими собаками. Но теперь я понимаю, что собака это стала, в общем-то, домашней. То есть вот такая она уже резвится, это подросток вот в этом проливе. Они с ней часто гуляют на природе. Теперь это домашняя любимица, я так понимаю, потому что она сопровождает своих хозяев везде, в машине, на прогулках, дома. То есть частые фотографии там, где она вместе с ними дома. И также она стала участником смешных домашних роликов у молодой хозяйки Раиды. Всем приятного просмотра. Ну, давай. Раида. Поцелуй. Ой, ну ладно, она. Да. Слюнявка. Непослушная собака. Ты что, со мной опять не разговариваешь? Раида! 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 Ким Раида? Ты чё со мной не разговариваешь? Ты чё обиделась? Ну прости меня, моя маленькая. Прости, я сказала. Эй! Ну Раида, ну маленькая, ну прости. Простишь? М? Простишь? Ну ты моя хорошая. Не жирно тебе? А тебе не жирно? Нет, мне не жирно. А ей тоже не жирно. Бери, сапитачек.